Вот тут к нам идет, бурчит. Чулита нас уже тоже увидела. Да ладно, о, не Чипа! Чипа, ты? О боже! Да. Все, Чоли, хватай и беги. Смотри, Чипа разошелся. Персеюшка. Чипец. Каюшка где? Каюшка вон на парапете. Я вот не играю, да? Это да. Все, Персей отгулял. Чоли, красотка. Чап-чап такая, смотри. Чап-чап. Не хочет, не надо, ладно. Не, ну туда можно подойти. Я вот этого агрессора сейчас кину. Ну, накидай ему, да. Чоли, ты прям так вышагиваешь. Ох, красавица. Слушай, бегай вот это за ней. Смотри, как она идет. Иди, иди кушай уже, что ты вот это ходишь. Куда ты идешь? Куда ты иду? Куда меня несет? Нет, она не возьмет столько. Возьмет. Чоли, ты как рыжик, да? Давай, иди. В одну пасть всю рыбу тогда нагреб. Сейчас мы Дейлу еще кусочек подкинем. Ага, Чипу. Ой, да, кто-то вспомнила. Икнулось, наверное, ему. Ему у них там ремонт. У них ремонт, да, он, люди там. Они закрыты. Поэтому. Так, Персеюшка. Кидай давай Персея. Так. Чипа. Ну, Чипик. Чоли, угомонись. Ну кинь этому, Каю. Ты докинешь. Вот этому, если что, у него возле хвоста, смотри, ножка лежит. Чтоб он туда повернулся. Я поняла. Команда дана. Вот, видишь? Грызочек вам. Надо отойти. Тень так на Чипика. Чулита! Чулита, иди уже ляжь где-то. Так, что ты ходишь? Осталось, может, соседним мальчиком оставить. Мальчикам, да, оставь, чтобы девочкам можно было курицу накидать. Девочкам курочку. Ну что-то ты так долго. Ну, это ж копыта. Это ж тебе не куриная спинка. На один зуб раз и все. Где там Каюшка? Рулечки, да, у нас сегодня практически. Точно на холодец бы подошли. Как укусненько. Маленькие рулечки. Маленькие. Вот такие сейчас. Рулечки. Где? Вот такие рулечки. Хорошенькие. Чулита ходит тудым-сюдым. Вот только Кая и можно снять. Еще Персея можно снять. Отгуляли уже. Ходит туда-сюда вдоль забора. Чулита! Нет. Ой, будь здоров. Пошли соседям покидай. Ну, кидай ему. О, боже, как страшно. Рядом упала. Все, пошли туда, соседям. Вот она, рядышком там лежит. Арыку-то, арыку. Ой, малышик, смотри, лежит. Малышик, рулечка. Вороны затоптали, смотрите, какой. Ох уж эти. Что затоптали? Перила. А-а-а. Так. Да, никакого вольера тут, да, сидеть? Ага. Так, сейчас. Давай им по копыту кидай. Сейчас мы сделаем. Финтушами. Да. Именно так.
Нет, вначале этим надо кинуть по копыту. Мальчики, где? Чуку, Геку. Так. Так. Гека. Чука. Девочка. Всё. Так. Девочка. Малыш. Ага, ага, Гек туда пошел. О, во рту и рулька, и, понимаешь, и мясо надо, и копыта, и... Видел, видел. Ты же видел, куда упала. Поднимай попу. Малышек. Ну, все, эти лежат, хрустят. Иди, иди. Малыш. Все. Рулечку. Рулечку. Может, дойдешь до спинки? До курочки. Нет, никуда я не пойду. О, почти. Чука! И не стыдно? Чука! Чука! Вот уж, боже. Что-то загулял, что ли? Не знаю. Они оба с Геком. Ох, вот это вот. Загулял. Да смотри, девки тоже шарахаются от него. Ну, что-то он нашел. Не в меняшку, что ли? Не в Менько? Ты не в Менько? Где ты там? Здесь он. Тут я, да? На тебе. Где он? Вот ты слепондра, перед носом прям. У кого? Кто не видит? У стервы. А, увидела? Нашла уже. Здрасте, ты уже съел? Да. Ну? Кто тут у нас? На готове. Ты агрессор сегодня, да, Чука? Смотри, смотри. Ты чё её погнал? Ну ладно, на горку тебе. Привет. Да, тут, конечно, вот это вот. Стерва на тебе. Она у Гека заберёт. Молодец. О-о-о-о. Чука, что происходит? Да какого-то, да, отборного причём. А что, Чулита ходит до сих пор, нет? Говоришь? Я говорю, Чули ходит до сих пор или ест где-то? Персей поел. Чипа, ты если развернешься, у тебя под лапой вон. Под лапой прям. Каюшка, мальчик. Такой хороший мальчик. Давай, пирожочек, Кая. Куда? Каюшка. Пирожочек. А где? Вон Чулита. Чулита. Тихал. Тайгановская ночь. Ну, да, сало надо перепрятать. Рульки надо перепрятать. Так и носит, да? Да. Ну, пошли от нее. У Чипа две штуки под ним. О, что там? Чук пришел к малышу опять. Опа. Опа. Гек, оловец. Чука со зверином сегодня, это точно. Малыш мусолит рульку. Чука. Получил, да что по попе? Такое? Ой, давай, я отдам тебе. Так, где она тебе? Все раздала? Да. Вот уж.
Гека, ну все. Гека. Ну все, да. Ну, что? Чука, ты вроде такой хороший, вот это лев. Что происходит? Любовь. Весна? Сливала, да? Весна с ума слила. Угу. Скажи, стал совсем себя вот это не контролирует. Не узнаю себя, извините. Эти два тут рядом ходят. Персей с Каем. Персей остыл уже. А то да. Прям кипяток. Зато что этот чип закипел. Все, все съели, ребятки, молодцы. Ну, если походите, то, конечно, кусочек найдете. Боже, боже ж ты мой, какая экспрессия. Чоли, ну ты бы съела давно уже просто, и все. Да, ты к Персею прибежала. А Кай хотел у нее забрать. Да, Персей? Вот легла бы и съела. Нет, носит, ты посмотри, туда-сюда. У меня собака иногда так дразнится. Возьмет грызочку и демонстративно носит. А ну-ка, попробуй, забери. Ох уж эти мне охотничьи собаки. А, он таки отжал одну. Она ж две носила. Да. Вот он одну отжал. Кай, не стыдно. Чипик грызет. Чоли ешь, уже стоит там. Сейчас дождется, Кай вторую заберет. А у Чипа вон еще копытца там лежит. Чего ты бурчишь? Персей, ну все. Звоняй-то. Где бы что найти? Пойду, что ли там ходила, может, что уронила. Отгулял, скажи, надо теперь массу набирать. Ну. А, он спряталась, ест. Ест? Да. А, за этим. За бетоном там. Вот там вот. Да, грызет. Ну вот он молодец. Сразу бы так. А то ходит туда-сюда. Подразнила, подразнила. Уронила одну. Вот тоже мне. Соседи доели. Чипа в другой стороне. В другой. Вот там, да. В правильном направлении двигаетесь. Все. Красавчик. Он там жует. Он еще не доживал? Нет. Еще жует. Дольше жуешь, дольше живешь. Что? Агрессор. Джуна кусочек. Джуна молодец. Где там малыш? Вот. Ням-ням, ну дожевывает. Такой, не торопится. Два агрессивно зверина. Что? Что, Гека? Бандиты. Угу. Да? Вы бандиты? Мы бандито, гангстерито. Да? Вот такие вы. Два брата. Только недавно были молодые зеленые. Да, а тут уже он. Помним, помним. Молодо-зеленое это. Вымахали лошади. Все еще что-то кто-то подъедает. Думаю, еще нашла что-то. Ветерок холодный. Вроде тепло сегодня. Ветер холодный. На выходные обещают холод. Ветер еще будет холодный. Когда уже-то весна придет?
Все, малышек схомячил. Мосечка такая. Да, мосечка такая. Угу. Все, Джуна к малышу под бочок. Возвращайся, ну, продолжайте. Ваши вот это валяшки. Ленивые поваляшки, ага. Ну все. Улеглись все. Ну что, там что-то бдит. Чоли, что ли? Чоли покоя там тебе не дает. Наверное. Роковая женщина. Она ж там ест рядом. Ну ее не снимешь-то.